Всем доброе утро. Сегодня четверг. Всем у меня вообще нет настроения, я ничего не хочу в этой жизни. На завтрак я вообще сегодня ничего не ела, я только выпила чай. И почему-то чувствую себя очень ужасно. И я очень сильно расстроилась по поводу университета. Мне надо бы снять отдельное видео по поводу этого. И вообще, чего я хочу в этой жизни, по поводу университетов, моего будущего. Что я буду делать, тоже неизвестно, но я сегодня никакой ДЗ даже не делала. Потому что себя чувствую просто ужасно. Ваш человек вернулся. Я не смогла вам записывать видео, как я, например, говорю, иду по городу, потому что я забыла свои наушники. Это все я. У меня просто две пары наушников, одни специальные от iPhone, я специально для вас их открыла, чтобы идти и нормально разговаривать, чтобы вы меня слышали. А другие просто обычные наушники, они дешевые были, но им уже просто давно, им уже, наверное, около года, но они до сих пор не сломались. И мне как-то было очень жалко открывать iPhone наушники, но я открыла только для того, чтобы с вами разговаривать, потому что так хорошо слышно. Знаете, утром у меня были плохие эмоции, но сейчас у меня все поменялось. У меня безумно хорошие эмоции, потому что я пошла в одну кофейню. Называется она Tapno 140, по-моему. Я вам показывала эту прекрасную кофейню. И знаете, я поняла то, что это настоящая английская кофейня, так как там сидели не англичане. Пила Flat White, и он был безумно мягким, таким нежным Flat White. Никогда не пробовала такой нежный Flat White. Он у меня был на соевом молоке, конечно же. И знаете, что самое крутое? Так как там было очень мало места, я села с одной девушкой, которая читала книгу, и там к нам еще подсела еще одна, не девушка, а уже женщина, и мы с ними разговорились. Они англичанки. Так, тут у меня просто бушует окно. С ними познакомились, поговорили, и у меня до сих пор безумно хорошее впечатление, то, что это так было приятно, знаете, с незнакомыми людьми познакомиться и так поговорить. Хорошие эмоции. Это меня безумно подняло настроение. Еще я хотела поехать на станцию метро Tottenham Court Road, потому что там есть большой веганский магазин с таблетками. Но недалеко от этой кофейни я нашла аптеку, и я у нее спросила про витамин B12. Кстати, нашла. Они очень вкусные, их надо рассасывать на вкус, я не ждала такого таблеток. Где-то у меня 10 фунтов. И еще там стояли веганские таблетки. Вот эти веганские таблетки, они были на скидке, и они стоили мне 5 фунтов. Какая традиция отправлять всем открытки моим друзьям с разных стран. Они безумно красивые, и я даже думаю разыграть СФС с одной из этих открыток. Я выберу одного человека и отправлю ему открытку прямо из Англии. Доброе утро. У меня хорошее сегодня настроение. Иду в школу и чувствую то, что я сегодня опоздаю, потому что я уже посмотрела на время и опаздываю. В моей школе так, то что... Если ты опоздаешь на 20 минут, то все, ты пропускаешь урок, тебе больше зайти нельзя. Но если ты опоздаешь на 10 минут, это нормально. Но я думаю, то, что я опоздаю на больше. Сегодня меня попросили сводить флаг в кафе, поэтому я опять туда пойду. Пока желаю вам хорошего дня. Ведь сегодня пятница, ребята! Я уже прожила почти что целую неделю. Всем привет. Знаете, где я сейчас? Сзади меня чьи-то ноги. Я сейчас в своем любимом парке, в котором я вчера была. Только потому что я сейчас хочу отдохнуть, посидеть, покушать. И у меня на обед будут 2 апельсина. Еще я взяла газету. Тут у них газеты раздают бесплатно. И прочитала про один случай. То молодой мальчик, ему лет 19, убил женщину. Он ее ножом убил, и это было на станции. Я это про все подробно почитала, то, что никто от этого не ожидал, потому что он был хорошим человеком, у него не было никаких проблем, и все типа от него такого не ожидали. А еще сегодня наконец-то себе купила симку под конец недели. Я разобрала симками, я всего лишь заплатила 10 фунтов за симку. Мне очень жарко, очень. Утром в школе мне было безумно холодно, потому что у нас включают кондиционеры, и я везде просила, чтобы их включили потеплее, и вот моя награда. Теперь мне безумно жарко, я сижу в этом парке, сняла обувь, чувствую себя сразу маленькой, как только сняла обувь. Сегодня
Меня позвали на Tower Bridge. Я поеду со своим итальянским другом. А потом, как я вам говорила, мы пойдем в то кафе, скорее всего. А пока я наслаждаюсь погодой, потому что погода очень хорошая. Настроение у меня лучше некуда. Завтра увижу свою маму, и мы с ней пойдем на шопинг. Наверное, не рассказывала, но моя мама, она тоже сейчас в Лондоне, но ей больше интересен как шопинг, поэтому пока что мы с ней встречались 2 раза в неделю. Завтра мы с ней встречаемся последний раз. Все-таки жара вынудила меня пойти обратно. Пойти куда-нибудь туда, где не так уж жарко, как тут. Иду на станцию, там посижу, подожду. И на этой, кстати, станции, которая называется King's Cross Station, там есть Гарри Поттер, где снималось, как он бежит со своей с этой коляской. Так что, если вы этом не знали, если вы приехали первый раз в Англию, так как я уж там фоткалась, наверное, 1 000 000 раз, еще давно, когда я туда ездила, 2 лет назад, покажу, там большая очередь. Но, в принципе, если вы хотите фото, можно постоять. Я туда стояла 2 раза, и фотки вышли ужасно, я их тогда даже, по-моему, либо выложила, либо не выложила, я не помню. А еще там рядом магазин, где продаются конфеты, которые не пробовали, и никто не знал, с каким вкусом попадется. Вот они там продаются. Думаю, я зайду и куплю их, и себе не волнуйтесь. Думаю, я куплю их своему другу, с которым я с ним встречаюсь, потому что он любит Гарри Поттера. Я люблю поднимать людям настроение. Я вам покажу эту станцию.